Программа поддержки импортозамещения Московской области сделала привлекательными те сферы, которые ранее инвесторы не рассматривали из-за высокой конкуренции со стороны западных производителей. В том числе поэтому промышленное производство в регионе стало развиваться еще активнее. Индекс промпроизводства в Подмосковье за 7 месяцев 2023 года прибавил больше 10%. И наша задача не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный инвестпортал. Алена Селезнева в сфере предпринимательства работает с 2009 года. Признается, с появлением электронных сервисов вести бизнес стало проще. «Земля за 1 рубль», программы подготовки кадров, эти и другие проекты можно найти на портале поддержки бизнеса и инвестиционном портале Подмосковья. Всего там доступно более 170 услуг. Когда это все стало более оцифровано, это стало намного удобнее. Во-первых, если взять именно, когда предприниматель обращается по тому или иному вопросу, он может запрос этот сделать из офиса. Ну, соответственно, не тратя времени, чтобы пойти куда-то в организацию, в какую-то, да, и решить тот или иной вопрос. И, соответственно, получает ответ также на электронную почту. Ежегодно в области проходит конкурсный отбор на предоставление субсидий. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Подмосковье и ведут свою деятельность в регионе. В электронную форму внедрен сервис предпроверки. Он не позволит заполнить заявление организации, если та ранее нарушила правила получения финансовой поддержки от государства. А сервис автодополнения реквизитов компании поможет снизить вероятность ошибки и сократит число отказов после рассмотрения документов. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».